Добрый вечер, мои дорогие. Итак, недавно я сделала покупочку. Лаки по приятным ценам. Я вам их показала. Это вот такой лак металлик мокрый асфальт. И вот такой лак блестки из тех, которыми рисуют. Вот сейчас я вам их обоих покажу рядышком. Вот блестяшки и вот серый мокрый асфальт. Как они смотрятся в маникюре? Показываю. У меня сейчас маникюр сделан этими лаками. Вот, безымянный палец, вернее не палец, а ноготь, безымянный ноготь покрыт блестяшками, а остальные покрыты просто мокрый асфальт. Какие аксессуары можно подобрать? Вот так вот, так хорошо видно, как он блестит, переливается. Подобрать к такому лаку. Ну, во-первых, серебряные кольца. Вот так, это я так сбоку делаю вот эту вот штучку, чтобы она не мешала другим кольцам. Значит, хорошо смотрятся с таким лаком серебряные кольца, поскольку лак тоже серебристый. Затем вот такой вот перламутровый, вернее, посеребренный перстенек с перламутровой вставочкой камея. Вы его уже видели. Я показываю. Тоже очень подходит к такому лаку. Еще какие аксессуары можно подобрать и вообще все в этих тонах представить, да? Вот тоже серебристо-серый перламутр. Все это вы видели, просто я показываю, что можно, чем можно еще оформить вот такой образ. Бусики туманно-дымчатые, серые туманно-дымчатые, тоже вот, то есть их не к ногтям, а на шею надеть. Так, чтобы все аксессуары, допустим, соответствовали. Так, серьги. Можно вот такие. Можно просто серебро. Брошь тоже. Серый перламутр. Серебристая с серым перламутровым шариком. Это бижутерия. И также сюда же можно добавить вот такой вот серебристый пояс. В общем-то, вот такая небольшая заметочка. Все началось с серебристого лака. Надеюсь, вам было со мной интересно. Пока! Вот ствол винограда. И показываю, как он оплел красиво весь этот дом. Ну, не весь, конечно, дом, но... А это цветущая акация. Огромное дерево.
снимаю. Такой ароматный кофе. Вот это сплошная пенка. Какая красота. И мой супруг довольный принес мне вкусный-вкусный кофе. А сидим мы вот в таком барчике прелестном. Вот. Так, что-то супруга моего много, а меня мало. Минуточку. Как же без меня? А вот и я. Привет, привет. Стало интересно.